Всем привет, с вами Дарк. И мне снова всю неделю работать, мне уже нихуя это. Насчет работы. Вот. Типа я работал в Рио, нахуй, башку пробил все только. Ну, сам, блядь, тележки катал. И даже никто не об этом ничего не узнал. Ну, типа, у нас государство, ну, приписали сразу после этого. Сразу же, кстати, в Рио прибежало. Сразу же, блядь, эту девочку прислали, блядь, государственную. Только она мне что-то типа записала, что я там работал 4 года, нахуй, официального труда. А некоторые спрашивают при этом, где я работал, блядь. Так вот, где я работал. Такие компании, как на проспекте Октября. Там, как оно называется? ФДК, что ли, там, короче, продавать технику какую-то. Короче, диваны продавать. Вот там, короче, находится. Мне говорят, где я работал. Так вот там я работал, башку пробил, мне даже никто не записал, что я там 4 года работал в трудовой книжке. Не внес нахуй. А то где был столько времени, некоторые работодатели задают вопрос. Где хуй такое задавать? Вот. А и это. Почему я не работаю оператором из дома? Потому что, ну, я другим занимаюсь, мне компьютер для другого нужен. Какого хуя я должен не из офиса работать, я должен в офисе работать. Что, блядь, это мой компьютер, я его покупал для себя. Чё, блядь, я теперь и для работы должен себе компьютер покупать? У меня чё, глаза-то бесконечные, это во-первых, и во-вторых, ну как бы, чё? Как бы, у нас для другого компьютера нужны молодежи, а не для работы. Работать мы будем у вас в офисах. Поэтому давайте деньги туда въёбывайте. Либо нахуя нужны точки, которые, блядь, не существуют в Ярославле. А место загибает в городе при этом. Нахуя это надо? Биржа фейк, кстати, устроила. Вот что самое-то главное про фейк. Я там почитал, типа, она занимается там этими, как, фейк. Занимается этими... Компании объединяет, там нихуя, там... Как сидит бабулька, нахуй, одним тоже. Всех отправляет на одни заводы. Больше они нихуя не делают. Никакими компаниями, поверьте, нахуй, не объясняется. Фейк для чего не выпустили? А чтобы это, прославить себе рекламу, и чтобы себе в карман опять же деньги положить. Чтобы вот типа центр занятости города населения Ярославля что-то делает. Нихуя он не делает. Сидит и булки жрет, и нихуя не делает, всех отправляет на заводы. Даже ум не проверяет человеку, никаких тестов нет в центре занятости. Если уж на то пошло, коли вы всем суете. Мне вот без просто, без всякой спрозы нету высшего образования. На тебе нахуй завод. Вот так-то у нас биржа труда и работает, Ярославль. А не как положено, блять. Положено, ну, если бы нормально это был центр занятости. Тесты бы давали, но это ни к чему. Так видно, что и хорошо образованный. Вот. Ну и дали бы, я бы его прошел, что там, блядь. Вопросы там, не знаю, даже какие задавать. В общем, это бред. Вообще бред считать, что корочки какие-то русские считают. Я это уже говорил, что корочка что-то в высшем образовании значит. Нихуя она не значит. Это просто бумажка, ебаный урод. Она ничего не объясняет. Это что, все должны были бумажки получать, ехать в Москву? Мне вот было лень в Москву ехать, ебаться. Просто в чем разница? У кого есть высшее образование, те в Москве побывали, потому что, ну, им пришлось ехать, потому что в Ярославле мозгов-то нет. Кто там этот учит в лицеях, там, тому подобного. Поэтому он поехал в Москву, потому что там умные люди сидят и образование дают. А в Ярославле такого нет, все алкаши, ну, половина тупых, а при этом они работают на своих специальностях по бумажкам, потому что у них есть высшее образование. Вот, кстати, пример, нахуй. Поэтому они отправляют тех учеников своих в Москву, чтобы получил он там высшее образование, потому что в Ярославле никто своим умом, блядь, не додумывается до высшего образования. Вот. И еще некоторые преподаватели в Ярославле при этом мне вопрос задают, где ты был? Да вот, где я был. Башку пробил случайно на вашей работе. В Рио, блядь. При этом мне никто не записал, что там 4 года проработал, блядь. Просто так, считай, блядь, время свое потратил. И сейчас вообще книжка трудовая не распространена нигде, блядь, по сути.
Сейчас ее в нормальной компании, ну, в принципе, это логично, как бы техника совершенствуется, интернет, она относится в компьютер. И это нормально. Но у меня-то она есть. Поэтому, как бы, записывать туда я хочу. Нахуя я ее тогда оформлял в свое время? Чтоб туда тоже вносили. Ну и можно и трудовую, как хотите, заводите, блядь, в интернете. Но у меня есть такая, я вам такую дам. Вот да, и внесите, что я у вас буду работать с такого-то числа. Вообще впишите в эту книжку, ну хуя она вообще нужна. Заполняйте, как я там работал, как себя там вел, не знаю что. Зачем она тогда нахуй вообще нужна? Заполняйте там, как у вас этот работник там вел себя, какие у него там познания получил от вашей компании и т.п. Потому что нахуя она тогда нужна? Вот. У меня она есть, я вам ее дам. А если у кого нет, ну, в этом, блядь, пришите. Какое поведение там, вот. Какие там познания от вашей компании я получил, вот что-то такое. И чтобы я предоставлял другие компании эту книжку, а так нахуя она нужна в Ярославле. И это просто бумажка, я так раз, листок и жопу выкер. Вот. Потому что, ну, зачем она так, книжка выходит, нужна, блядь. Просто меня взбесила одна компания, вот та, я не помню, как она. Там английское что-то, дофиги, короче, продают мебель. Это я там на бумажке, когда на компьютере бланки заполняю про продан мои мебели, товары. Это деньги получает. 2022 год, думаю, это нормальная перспектива и вакансия. Какого хуя? Мне вопросы в этой канале, девушка взбесила вообще тогда, пиздец у меня пригорело. Типа, где ты был, блядь? В пизде я был. Вот. И до сих пор я нахожусь в пизде, потому что у нас коронавирусы идут. Где я был, неважно, где я был. Гулял, нахуй. Стримингом занимался. Своим родным. На компьютере. И за это деньги получал. Пока ёбаные вот это вот... Техроснадзор ёбаный не блокирует. А, может, он так и называется? Техроснадзор, который блокирует сайты. Я хуй знает. Вот, пока этот ёбаный долбоёб не заблокировал на ютубе кое-что. Вот. Где я был, если чё. Да и вообще, блядь, неважно. Вы не можете спрашивать такие вопросы, где я был. Не ваше дело, где я был, блядь. Гулял, нахуй.